Модно жаловаться на отсутствие силы воли. Все рассказывают, что вот есть только важных дел, а силы воли нет, не могу собраться, не могу ничего с собой сделать. Значит, ну, правда состоит в том, что никакой силы воли у нас нет. У нас нет я, у нас нет свободы воли. Еще Выгодский говорил, что в основе нашей воли лежит просто принятое решение. И задача состоит в том, чтобы вы по-настоящему приняли то решение, которое хотите воплотить в жизнь. Пока вы сознательно этого хотите, а мозг ваш этого не хочет. И наша задача заставить мозг захотеть. А для этого нужно бомбардировать соответствующей информацией, сформировать у него соответствующую информационную доминанту. Поэтому никогда не думал, что так скажу, но в данном случае скажу точно. Есть YouTube. Если вы хотите похудеть, там есть куча роликов про похудание. Самые отвратительные. Смотрите их. Хотите в спортзал? Найдите ролики, где прекрасные тренеры демонстрируют вам, какими может быть прекрасными. Наполните свой мозг нужной информацией, и он сделает все за вас. Когда я рассказываю, что наше сознание вторично по отношению к мозгу, я на самом деле даю вам ключ к решению огромного количества проблем. Вот, например, похудание. Значит, огромное количество людей стремятся похудеть и пытаются решить эту проблему в лоб. То есть вот сказать, вот я ограничу потребление пищи, и дальше срываются, и у них это не получается. Что делать? Да? Почему? Потому что мозг у нас хочет есть. Ну, вот, вы его раскормили, научили, он получает от этого массу удовольствия. Сознание не способно на него подействовать. Но вы можете пойти окружным путем. В природе для того, чтобы получить лишние калории, животное должно преодолеть определенные препятствия. И вы можете научиться создавать для себя препятствия, прежде чем вы начнете потреблять какую-то пищу. Например, выпейте стакан воды всякий раз, когда вы собрались чем-то перекусить, схватить конфету или там булочку или еще что-то. И это естественное препятствие достаточно скоро ограничит ваше потребление еды. Самый частый вопрос, который мне задают, это, конечно, как определиться с тем, что делать в жизни, чем заниматься и так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, что все от этого страдают, потому что мы находимся в новой реальности, где, в общем, не вполне понятно, зачем вообще все мы делаем, куда идем и что будет происходить дальше. Вот. Но я вам по этому поводу вот какую работу предложу. У вас, конечно, есть какие-то цели и мечтания. Они, возможно, выглядят какими-то заоблачными, возможно, какими-то, наоборот, приземленными. Но составьте список просто вот тех вещей, про которые вы думаете, как про ваши цели. А после этого составьте список действий, которые отвечают этим целям, чтобы у вас была цель и список действий, которые вы совершаете. Вполне возможно, что сопоставив цели с действиями, вы увидите, что на самом деле вы хотите, а что является лишь иллюзией желания.